Сейчас я буду готовить творожный десерт, который называется «Вишня на снегу». Обезжиренный творог. Лучше брать обезжиренный, потому что если творог жирный, то усвоение кальция затрудняется в организме. А нам надо же не только получить удовольствие, но и чтобы и польза была. Приготовим немного, потому что если кто сидит на диете, то много ничего кушать нельзя. Итак, обезжиренный творог. Дальше мы наливаем немножечко кефиру. Кефир я наливаю для того, чтобы у меня промок сахар. Потому что когда я сверху буду украшать вишней, должно быть впечатление вишни на снегу. А если у нас ягода на снегу, то она у нас, естественно, подтаяла немножечко. Так, сверху посыпать сахаром. Сахару тоже много не нужно. Так, чтобы засыпать кефир. И вишня у нас замороженная. Ничего сложного в этом десерте нет. Ягодки немножечко утопим. Потому что если на снегу что-то у нас подтаяло, то это всегда немножечко утонет. И нужно немножечко подождать, прежде чем подавать на стол, чтобы вокруг ягодок появился такой вишневый ореол. Будет впечатление вишни на снегу. Ну вот, вишня дала сок. Сок растекся по сахару. И впечатление такое, что вишня лежит на снегу и обтаяла вокруг вишни. Вот такое вот красивое у нас блюдо получилось. Приятного аппетита!